Вот, знаете, я всегда говорю, что городу нашему повезло, что родились два таких известных на весь мир человека. Любая бы страна посчитала за счастье иметь хотя бы одного такого. Следующий год, юбилейный год для города Череповца, юбилейный для Василия Васильевича Верещагина. Конечно, мы к этому готовимся. Мы вместе с компанией «Северсталь» откроем дом, где будут расположены экспозиции и картинная галерея. И экспозиция будет посвящена Николаю Васильевичу Верещагину, брату известного нашего маслодела. И, конечно, для нас, открывая новые страницы истории судьбы Верещагина, жизни Верещагина, мы открываем для себя историю города Череповца.